Британию. Татьяна Навка и Вадим Колганов. Моей замечательной, прекрасной, великой партнерши Татьяны Навки сегодня день рождения. Давайте похлопаем вместе со мной. Танечка, я приготовил тебе подарок. Даже подарок. Зацени. Нормально? Это специальный подарок. Мы с тобой, как кошечка с мышечкой, играем уже сколько? Больше полугода. Обалденно. Клавиатура работает. Соскучишься, настучишь мне письмо. Ну, блин, вот, все работает, да. Это, ну, это само собой я, а это мышечка. Слушайте, Таня. Какая прелесть. Где ты такое вообще таскал? Растил. А я, между прочим, кошечка по году. Значит, я угодил. Дай я тебя поцелую. Спасибо тебе большое. Ой, умница. Вот. Теперь мы втроем. Да. Таня, это да. Пора репетировать. Саша, какие цветы, боже мой. Я надеялся, что мы дойдем до финала. Но чего только... ты не думал? Не думал? Думал, он мне сразу сказал. Она мы всегда будем за меня только первые, он мне сказал. Да, мы будем только первые. А если да? мы не будем первые, что ты меня разорвешь? Нет, зацелую просто до смерти и все. В чем дело? Я вам скажу так. В танцах на льду и вообще в любом виде фигурного катания последним видом финал – это произвольная программа. Вот то, что у нас есть. Поэтому мы подготовили, я считаю, на мой взгляд, очень сложную программу. Практически на уровень произвольной программы к Олимпийским играм в Ванкувере. Не надо бежать сюда далеко. Сейчас я как раз почувствую. Не надо бежать. Раз мы туда бежим, зачем ты бегаешь? Поменьше, да? На самом деле очень много. Да все пары хороши по-своему. У каждой, конечно, есть свой зритель. И я рад, что появилась такая возможность у моих коллег каждую субботу приходить в ваши дома, радовать. Спасибо вам за это огромное. Спасибо за поддержку. Победим, здорово, не победим, ничего страшного. Но главное мы уже сделали. Мы в ваших сердцах. Спасибо, пока.